Русский? Ну, я вот сам русский, я от работы бегал всегда. Я понял. Зачем? Я дурак, что ли, работать? Вы что, серьезно, что ли? Нет. Я Вы русский. Стоп! Я чисто русский человек, да. чисто православный. Так. Я совершенно четко знаю, чему учил Христос. Вот был у Христа ученик, да, Так. помните такой? Матфей. Так. Евангелие от Матфея. А он был, у него какая-то работа была, собирал он мыто, плату за проезд через мост. И он говорит: «Рави, учитель, мне надо идти». Они тут сидят за столом, вот так пьют красное вино, едят белый хлеб. Господи помилуй. Да, Господи помилуй. Он говорит: Да. «Сиди», говорит. «Видишь», говорит, «вороны летают. Их, они не сеют и не пашут, а Отец Небесный им дает пропитание. Ты что, хуже вороны?» «Нет», говорит, «ну тогда сиди с нами, гуляй, пей». Каждый христианин может заниматься только следующими делами, настоящие. Так. Значит, быть учителем, быть врачом, быть священником. Ну, можно воровать, но об этом лучше не говорить. Так. Вот, ну и все. Вы А немножко работать забыли. западло. Западло.